Александр Педан. Так, ну що, я нагадую тим, хто ще не запам'ятав, що імпров лайв-шоу – це єдине імпровізаційне шоу в Україні. Це шоу унікальне. Чому? Тому що воно неповторне. Ну, власне, чому воно неповторне? Тому що ніхто не знає, що буде відбуватися далі. Хіба що ось ці от хлопці. Хоча ні, вони теж не знають. Давайте з ними знову ж таки познайомимося. Рома Міщеряко! Костя Трімецький! Вова Шумко! І Валік Міхієнко! Щодо наших гостів, зустрічайте Слава Камінська! Леся Нікітюк! Маша Ясносініна! Ой, дівчата! 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 Молодці, молодці, круто! Отже, перша імпровізація називається «Живий реквізит». Валік і Вова грають цю імпровізацію, але не самі. Їм будуть допомагати Леся і Слава. Yeah. Да. Дівчата, хорошо. Тут така робити. Тема. Ви будете реквізитом. Дуже дорогим, класним, красивим, але реквізитом. Леся буде реквізитом Вови. Підходь до Вови. Слава, будеш реквізитом Валіка. Ну, дивіться, коли хлопцям треба буде щось там, якісь, не знаю, предмети, ви стаєте цим предметом. Все зрозуміло. В нас це є, не вистачає лише історії. Двоє туристів загубилися в лісі. Поїхали! Я ж з рюкзаком. А я без. А я без рюкзака. Чого ти без рюкзака? Потому что у меня сумка спортивная. Давай. Просто. Я принес. Бросай, бросай. Все, бросаю. Вот, бросай на пол. Бросаю сумку. Расстегивай замочек. Жень. Да ты сука всего. Я закрою, это мне неудобно. Мы потерялись! У тебя, блин, поставь на место. Да все, сумка, лежи, лежи. Все, давай, сбрасывай. Слушай, о, что? Я знаю древний метод. Давай, что делать? Смотри, дерево. Дерево. Смотри, дерево. Так, ищем мох. Тут нету севера. Давай я посмотрю у себя на дереве. С моей стороны. У меня шо по моху. Слушай, давай, чтобы не умереть от жажды, чуть-чуть сока попьем. Давай. Не, не из, не из чашки, из березы высосим. Вова, 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 Вова. По-моему, в дупле белка. А ну сейчас я в дупло гляну. Не, оно закрыто. Дружище, я предлагаю реально попить сок. Давай попьем сок. А, хорошо. Слушай, какая-то галлюцинация как будто была, да? Так, так, что делать, что делать? Я знаю, я знаю, я знаю, я знаю. Надо услышать дорогу. Где дорога? Давай. Где дорога? Машина там. Вот машина едет, машина проезжает, слышу. Блин, как? Вот так. Машина, где? Машина. Что слышно? Машина, слышу, что машина похожа на стул. Я видел, это новая... Таврия! Таврия стул! Садись уже! Братан! Ну, подожди, машина просит, извините.
Слушай, а что мы... Это... Ну, сказала машина. А что мы были в лесу и с собой ничего не перевезем? Можно я возьму мертвую лосиху вот тут же? Вов, я тебе помогу. Я тебе помогу. Закидывай в багажник. Все, машина, едь, нормально. Все, пока. Все, поехали. Слушай, братан. Че, темнеет, холодно становится, что делать будем? А у меня ничего нет. Ни спички, ни... Мерзнет, Это лосиха меня достанет. Ладно, давай будем добывать огонь. Ну, я знаю. Я могу тереть дерево, ну. Вот, давай. Сейчас, надо ж срубить. А, ты просто будешь... Два дерева, нам хватит два дерева. Давай. Сейчас берем. Раз. И давай, второе дерево тоже положим. Хорошо. Уже как после корпа привели. И я разожгу. Я хотел потереть. Три. Давай. Твой день рождения. Три. Раздувай. Сейчас я... Все, не получается. Я не понимаю, почему, но мне нравится. Как ты трешь деревья. О, костер разгорается, разгорается. Костер разгорается. О, хорошо. Хорошо. Горячо возле них, да? Возле ее костра. Хорошо. Все, я согрелся. Потушить надо. А то лесной пожар кому тут нужен. А у тебя вода с собой есть? Я ветками просто ветками. Молодец, все, молодец, ветками. Молодец. Все, идем дальше. Ну что, куда мы? Ну. Надо же что-то поесть, блин, елки-палки. А, вон, тихо. Смотри, какая газель. Газель. Вон газель. А газель, а как же Жека? Я забыла, просто как выглядит говорить, газель. Я газель. Вот так вот. Давай, газель. Антилопа, это лось, подождите, это лось. А вот так. О, газель. Газель. Сразу газель. Да. Надо как-то ее пристрелить. Может, лук я сделаю, постараюсь. Достань из сумки. Почему мне так неудобно постоянно, когда я сумку открываю? Достаю лук. Газель травку щипает, смотри. О, смотри, какой у меня лук. Это арбалет, извините. Все, она убежала. Все, нет. Вова. Слушай. Вова, мы потерялись. Да не, да надо просто ночь пережить. Давай в пещеру залезем, переспим. И я протестую и ставлю крапку на все импровизации. Красотка, круто. Газель. Как она выглядит. Окей. Наступная импровизация называется официант. Маша. Что? Зараз ты сходишь в ресторан. Я тебя запрошу, але сам не прийду. Прийдеш сама? Как обычно. Как обычно тебя мужчина приглашает, но не приходит. Отже, ти в ресторані, ти незадоволений клієнт, тому що в тебе в супі щось є. Ти, власне, будеш постійно нашим хлопцям казати: «Офіціант, в мене в супі», і щось придумуєш. Окей. Ну, не знаю, це може бути щось і реальне, і абстрактне. Хлопці будуть якось виправдовувати цю річ в твоєму супі. Готові? Ну що, поїхали до ресторації, Маша. Офіціант! Да. У меня в супе кусок чьей-то красной кожи. Это фаршированные индейцы. Официант! Да, я здесь уже. У меня в супе кусок чьей-то красной кожи! Ну, вы, главное, не смотрите налево. Леся, а там
Там шматочка, знаешь, не вистачає мені здається. Официант! У меня в супе кусок чьей-то красной кожи. Мы приносим свои извинения. Заменим. Давай, давай. Официант! Да-да. У меня в супе так. Сосок. О! Обратите внимание, суп холодный. Не пораньтесь. Ай-яй-яй. О, Машуня, ты раскрылась для меня по-иншему. Официант! Да-да. У меня в супе сосок. Могли бы потрогать? Пожалуйста. Ну, давай. Спасибо большое. Официант! Да-да. Ой-ой. У меня в супе сосок. Ну что ж вы так неаккуратно. Меняй. Давай новую. Официант! Да-да. У меня в супе грусть. Я увольняюсь, я позитивный официант. Давай, давай, давай. Официант! Да-да. У меня в супе грусть. А я вам предлагал суп с сосками. Он повеселее. Официант! Да-да. У меня в супе грусть. Интересно. Понад хмарами. Да, извините, сейчас заменим на мозги. Алло. Да-да. Официант! У меня в супе грусть. Ой, вы извините, просто суп стоял возле телевизора, а там педан притулошел. Шло, и оно как-то... Такий старый супяра уже, скис давно. Машенька, давай что-то новое. Официант! Да-да. У меня в супе снег. Копните там подснежники. Официант! Да. У меня в супе что-то белое, и это снег. Растаявший, он вода. Официант! Да-да. У меня в супе снег. Снег? Да. Ты не в тот район зашел, снежок. I don't know what you heard about me. Ну да. Официант! Да. У меня в супе снег. Ты моя снежная баба. Это типа с меня сыпется, да? Не знаю. Официант! У меня... Все заняты, извините. Ты закрыла ты ресторан! Области Маши и Бразилии! Спасибо большое! Машунь, це було колесо. Наступна імпровізація – казка, в якій беруть участь всі наші імпровізатори. Виходьте, хлопці. Але ви будете робити це не самі, ви будете робити це з Славою Камінською. Слава, ти пульт. А. Ти головна в цій сім'ї. Дирижор. Хто головний в сім'ї? В кого пульт? Пульт, да. Тому хлопці будуть розповідати зараз казку твою улюблену. Яка в тебе улюблена казка? Золушка. Золушка, Золушка, да. Золушка, Золушка. Це було б так просто, якби хлопці розповідали цю історію без жанрів. Кожен з вас буде розповідати її саме в своєму жанрі. А давайте роздамо. Так, Валік, ага. Ти розповідаєш жанрі вестерну. Вестерн. Yeah. Рома, ти в стилі новин. Олександр. Вова, ти в жанрі німе кіно. І Костя, давай так, в стилі одеських кінофільмів. О, естественно. Ти переключаєш коли завгодно, окей? Ага. Хто розпочинає? Костенька. Ну Константин. Що, поїхали. Костя, розпочинаєш. Динь-динь! Одеська кіностудія представляє. Это был обычный день в семье, где у девочки не было мамы,
а значит, в этом роду без мамы нечего вообще ждать. Если у тебя и нет мамы, то ты, собственно говоря, никто. А рядом же с ней жили две девчонки, у которых мама была, значит, у них был и род, и было, что передать жениху. Вова. Рома. Да, извиняюсь, я сейчас из студии. Была картинка, не было звука, техническая проблема. Мы снова в эфире, мы продолжаем. Я напомню, что 24 часа в сутки мы следим за ситуацией молодой девушки, которая попала в семью после проекта «Хата на тата», но там что-то пошло не так. Она сейчас... Она сейчас враждовала с краснокожими, которые постоянно устраивали набеги на ее славное село. Золушка убрала бы. Вова. Ты снова. Валентин. Сколько раз она не падала, она всегда вставала. Она встала и вышла на главную дорогу этого богом забытого города. Костя. Потому что она узнала, что в этом городе сегодня будет бал. А на балу что? Шаровая не та. Естественно, все знают, весь город будет сегодня там. И будет не только город, но и сын архитектора по кличке Принц. Валентин! Послушай меня, сказал трактирщик. Тут нету принцев и принцесс. Тут есть только койоты, которые хотят тебя сожрать, и ты, который хочет выжить. Рома! И прямо сейчас мы находимся на балу, который устроил Николай Тищенко. Мы здесь вроде бы все закрыто, но нет, бал в самом разгаре. И прямо здесь у нас есть наша корреспондентка. Костя! Была одна проблемка на этой вечеринке. Что это была суббота, и самому нельзя было ничего есть. Нужно было, чтобы все было сделано правильно, а с принцем в этом были проблемки. В это время Золушка позвонила своей крестной маме Вова. По междугородке. Валентин! Я здесь, моя племянница. Стреляем на счет три. Рома. 3, 2, 1. Мы в эфире! Здравствуйте! Еще раз мы вернулись. Мы продолжим. Нам удалось взять интервью у Золушки. Мы специально изменили имя, мы заблюрили лицо, чтобы изменили голос, чтобы ее не было узвать. Здравствуйте. Они заставили меня перебрать 40 тонн зерна и меня не любили. Спасибо. Константин. Крестная фея помогла своей любимой племяннице. Она дала ей все, что надо для бала, но сказала, я брала это на привозе, это сегодняшнее, но завтра станет позавчерашним. Поэтому давай быстрее, потому что в 19 срок годности ток-ток. Золушка надела все, что на ней было, это были хорошие вещи, прямиком из Хайфы, поэтому можно было покрасоваться. Она приехала на бал и увидела перед собой прекрасного принца. Вова! Ай-яй-яй. Ай-яй-яй.
дома. Мы возвращаемся в студию, бал уже окончен. Сейчас у нас есть картинка с вертолета. Мы видим с высоты, как Золушка убегает. Да, картинка четкая, за ней погоня. 9 полицейских машин — это принц, который связан с коррупционной схемой. Это Бигус. Мы снимаем все с квадрокоптера, у него свой загородный комплекс, немного о нем. Валентин! Золушка скакала на своем коне, за ней скакал принц и кричал ей: Золушка, танцуй! И у нее соскочил сапог. Сапог! Принц посмотрел на этот сапог и увидел, что он из чистого хрусталя. Хочу найти девушку, которая может себе позволить такие сапоги, подумал принц. Yeah. И отправился на поиски, подав объявление в газету. Владимир. Сейчас находимся в доме за моей спиной. Счастливая супружеская пара из Днепропетровска. Вот, все, принц встретил свою принцессу. Мы сейчас возьмем у них интервью и узнаем их счастливую историю любви. Тут скорее счастливая история не любви, а счастливая история о том, как сеструха уделала своих сестер. Они жили долго и счастливо, пока им не досталась трехкомнатная квартира, из-за которой они пересрались. Стоп! Yeah, браво! Класс! Браво! Круто! Круто! Очень круто! Тут улыбка Маши, прости, не накричить браво, кто ты? Действительно, браво! Воу-воу-воу, бимба! Класс! Наступна імпровізація буде дуже приємною, я сподіваюся, для Лесі Нікітюк. Лесюня, special for you, я замовив тобі тут цілу низку швидких побачень. Імпровізація так і називається – швидкі побачення. Лесі, виходь. Поки Леся Нікітюк зараз в навушниках, ми придумаємо хлопцям, які будуть приходити до неї на побачення, якісь ідіотські, я перепрошую, образи. Давай. А що придумувати? Я вже придумав за вас. Ух ти. Вова! Ти фокусник невдаха. Окей. Валік, ти король бомжів. Типа, нічого не міняється. Заткнись. Рома, ти романтичний маніяк. О. Костя, да. Ти думаєш, що ти привид. Все? Готові, не готові? Поїхали! Лесю! Не больно? Не давлю? Извини, привет, я... Ромка, ты? Да, я... Но другой. Версия, Леся, твоя версия, кто это? Ти налягаючий парень? Я тебе позвоню. Да, але, так, але ні. Далі. Ти робокоп. Окей. Якщо і робокоп, то дуже поганий. Ні. Так. Пошел. Иду. Пошел. Иду. Пошел. Можно уходить? Все. Опускай тележку из супермаркета. Вези. Добрый вечер, миледи. Ты Д'Артаньян. Арамис, Портос. Мне бы саблю. Каналья. Анастасия, звезда моя. Ууууу.
ты привидение! Нет, 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 нет. Близко, але ні. Пошел вон. А можешь сказать, чего не хватало? Роз не хватало, чего? Лепестков, что не так? Ты цай, ползущий гад. Це факт. Але ні. А не хочешь со мной съездить на фестиваль «Волшебные палки»? Ты из Гарри Поттера. Гарри Поттерович. Опа-на! Леся, до вас пришли. Ты спишь, красотка, не? Опа-на! Качан капусты гнилой. Бутылочка. Good, good, nice. Нормально. Версия. Сейчас, секунду. У меня тут с Макдональдса шапка вот эта картонная. Кто ты? Ну кто, Леся? Ну кто? Шапочный, качалочный. Нет. Не-не-не, давай далее. Чего мы навсегда таки побачили, дебильные? Я нагадую, там есть слово «привет». Не понимаешь, да? Сейчас ты все поймешь. Сейчас ты все поймешь, я пройду насквозь тебя, и ты все поймешь. А, ты этот... Сейчас, секунду, должно получиться. Не надо в меня входить, подожди. Я насквозь. Подожди. Леся, ну хто, який ходить через стіни? Ну привидіння, привидіння. Але це лише частина його образу. Ну сьогодні не вийшло, подойду ще. Привіт. Спасибо, що прийшла в мій підвал. Я здесь. Та через мене тільки що проходили, почекали. Ну, пожалуйста, ну подайся, я тебе хочу розпилить. Ну чого ти? Ти Чикатило? А? Чикатило? Хочу сыграть тебе на скрипке. Как ты развязываешься? Я не пойму. Я же стараюсь. Чикатило, це кто? Этот, ну, убийца, расчленитель. Так, одним словом. У меня сейчас плохой словарный запас. Ничего, я тебя разрежу по частям. Но так, чтобы вышло сердце. Чикатило, убийца. Сейчас я вспомню. Давай, еще раз. Наступного разу. Пробуй настоящий. Я пробую, не бойся. Настоящий? Сейчас ты будет в шоке будешь. Сафуля! Леся, кто он? Уэй! Маг, чародей, волшебник. Обычное слово. Обычное слово. Фокусник, да. Так, но але это ні. Еще не все. Це половина успеху. Ты уже поняла, что я призрак, да? Ты призрак оперы, кто, я не знаю. Шо, Каспер. Привет. Я думаю, что я призрак, а ты? О, я тоже, кстати. Це людина, яка... Ну шо людина яка? Така собі людина. Леся, привет. Я ваш семейный психолог. Так. Давайте выслушаем вашего мужа. У вас есть какая-то странность, да, которую должна отгадать ваша жена. Да даже не то, что отгадать, хотя бы повторить. Здравствуйте. Да. Я эксперт-психотерапевт, меня прислали из Польши. Я думаю, что вы не призрак. А я думаю, что я призрак. А я думаю, нет. А я думаю, да. Лесь, ты что думаешь? Он призрак, который не верит в себя? Нехай буде так, ребята! Бо це unbelievable! Це людина, яка думає, що він хто? Призрак! Маша угадала! Єс! Маша вигадала! Лесь, розслабся, ще троє! Ще три! Але ти близька! Значить так. Для начала, подойди поближе.
Давай, давай. Это я полынь под дорогой пожрал. Я тебя нашел. Но зачем ты съел всех моих голубей? А потому что была свадьба у моей дочери. Извини, что теперь доставать мне? Я женился на вашей дочери, и вы обещали мне пол вокзала и хлеб. Все правильно. Ребят, давайте с самого начала. Как вас зовут? Я принц. Значит, это... Так, играем в карты. Так, вот у меня... Король? Да. Ну. Король? Але який? Король бубна? Цей фокусник, нагадую. Але який фокусник? Подумай. Леся, поехали ко мне. Я тебе покажу, как из одного человека через 9 месяцев делать 2. Ты ехавший, съеханный фокусник. Фокусник, который съехал. Извините, что это съехал? Букет цветов. Фа-фа-фа. Огурец. Фа-фа-фа. Ты суперфокусник. Фокусник, у которого все получается. Фокусник, у которого не все получается. Да. Пусть будет так. Фокусник не вдаха. Є, зараховуем. А це король. Але король кого? А ти що там? Пиши указ. Ти король, король бронхіта? Хто ти король? Іди сюди, пиши указ. Да. Всім в нашому царстві по місту на теплотрасі. І клейоночку. Ти законний король? Конечно, мене избирали. Пофіг, давай дальше. Як тобі свидання на крыше? Я тут троих. Ты суицидник. Не-не-не-не-не-не, ты отгадала уже, что я маньяк. Я маньяк. Ты маньяк-суицидник. Я маньяк, нет. Він ты маньяк. И троих я скинул с крыши. Скинул. Я маньяк, да, но я скинул их ты, под музыку, под романтическую мелодию. Такое настроение, ой, такое настроение романтическое. Я романтик, я такой романтик. Ты романтический маньяк. Да! Так. Королева моя, сейчас я тебе достану. Так, рыбья голова, кошка дохлая. О, бутылка. Вот тебе роза, моя королева. Ты розовый король. Я король. Но за долги у меня государство отобрало мой замок. Здрасте, я как раз из государства. Дошло ваше письмо. Вы же без определенного места жительства. Я правильно понимаю? Ты бомж? Ты король бомж? Да! Король бомж! Yes! Ты молодец! Ты молодец! Ты умничка! Друзі, ще одна імпровізація. І називається вона ток-шоу. Маша наша і Леся, любіменька. Ви є учасницями ток-шоу, яке веде Роман. Але все було б нічого, якби ви не говорили всі слова, які починаються лише на одну літеру. А давай придумаємо одразу літери. Маші і Лесі. Маші. Ну, давай М. А Леся на літеру Л. Ну, вже оригінально. Це логічно, ти Леся. Так, молодець. Далі буде складніше. Дивись. Кості літеру. Ну, давай Ж. Ж. Вова. Вові. С. С. І Валік. Валіку. Давай І. І. Окей, і тепер найскладніше. Давай ми з тобою придумаємо тему ток-шоу. Давай про щось наболіле. Що таке в країні відбувається? В тебе може щось таке, знаєш? У мене все нормально, в общем-то. Давайте пластична хірургія. За і проти. А чому, коли я рядом з тобою сижу, ти сразу вспоминаєш о пластичній хірургії? Це вже все. Ладно, міняємо тему, якщо це не наболіло. Давай інша тема. Ну ладно, хай буде. Яка? Просто хірургія. Пластична хірургія. Пластична хірургія, окей. Отже, пані та панове. У нас ток-шоу, яке веде Роман. В гостях нас дві красуні. І тема сьогодні – пластична хірургія. За та проти. Поїхали. Здравствуйте, дамы и господа. Вечер пятницы. Это означает, что вновь мы обговариваем самые острые темы и отвечаем на самые каверзные вопросы. У меня сегодня в гостях двое мужчин, которые изменили внешность. Давайте им поаплодируем.
Здравствуйте, вначале с вами познакомимся. Как вас звали до операции? Леонтьев. Леонтьев, Леонид и... Махмуд. И Махмуд. Леонид и Махмуд. Это два друга, которые отправились в Таиланд и там психанули. Значит, Леонид, Махмуд, кем вы работаете? Леонид, вначале вы. Леонид любит ловить... Кого? Ландыша. Ландыш? Леонид собирает цветы, коллекционирует конкретно. Он сосредотачивается на ландышах. А вот Махмуд, у Махмуда очень интересная профессия. Махмуд. Махмудом я мыл машины. Махмудом мыл машины. Есть такая услуга, когда девчонки в бикини и в купальниках моют автомобили. Также вы можете заказать услугу, когда мужчина моет автомобиль голым телом. У Махмуда поэтому бизнес и накрылся. И это перевоплощение, чтобы бизнес Махмуда взял второй оборот. Махмуд, я скажу сразу, Махмуд, Леонид. Вау, очень, очень круто. Леонид, сколько стоила ваша операция? Лейкоциты... Сразу по анализам. Ладно, хорошо. Леонид, я знаю, что вы были до этого еще популярным блогером. Сколько у вас в Инстаграме было подписчиков? Лимон. Лимон, 1 миллион. И операция была за рекламу, естественно. Махмуд. Скажите, пожалуйста, ваша операция сколько стоила? Меньше. Меньше? Меньше. Меньше ляма. Махмуд, я знаю, что конкретно ваша операция была по бартеру. Что вы предложили? Может. Может? Вы не хотите об этом говорить? Мне так. Мало... Давайте, хотите на ушко? Что? Мне мало мыла. Мало мыла. А, что, вам заплатили? Махмуд, мы договорились. Леонид, Махмуд. Раз мы перешли на шепот, у меня тоже для вас секретик. Сейчас придет первый гость, которого... вы сразу не пугайтесь. С ним тоже произошла беда. Давайте его встретим аплодисментами. Пожалуйста, мы ждем. Здравствуйте. Je suis. Как вас зовут? Жаклин. Жаклин, очень приятно. Жаклин, жительница Женевы. А, женщина. Ага, давай, поехали. Я просто... Тема такая острая, нужно определиться. Жаклин. Жаклин. Да. Жаклин жил. Угу. Жук. Жила. Соответственно, вы, как и Леонид, и Махмуд тоже изменили внешность. На их имена знаете, как сейчас? Как? Леся. Леся и... Маша. Прикинь. Жора. Так, Жаклин, ну, в какой клинике вы делали операцию? Жангульзи Жибуль. Женева. А, да. Женщинам так. Живется жутко. Женщинам живется жутко. Женщины, почему? Женщин желают. Поэтому вы из мужчины превратились в женщину. Жизнь. Скажите... Мужчины, скажите, чем вам сейчас в теле женщины? Мы? Бывшие, о, извините. Женщины. Да. Женщины, извините, я такую ошибку допустил. Мок, ловы ляпаса. Я заслужил. А чего вы меня бьете? Я, кстати, Лариса. Я... Да. Жить. Я, да, у меня обратная ситуация. Спасибо большое. Мила. Спасибо за поддержку. Мне так хочется поболтать с вами, девчонки, еще, но следующий гость, мне кажется, изменит эту историю в корень. Пожалуйста, давайте встретим его аплодисментами. Здравствуйте. Так, давайте, вы вначале представьте себя. Игорь Иванович. Игорь Иванович. Инженер. Инженер. Что-то меняли? Использовал искусственный интимный имплант. Оуч. Импортный. Израильский. искушал именинниц. Левомицетин? И накапай. Спасибо. Игорь, ну у вас, конечно, тема. И, кстати, вам скажу, вы не в ту студию пришли. У нас тут пластическая хирургия. Ничего уже, оставайтесь. Иди. Да, да. А вы сознались, ну, в другом эфире. Итак, у нас есть еще один гость.
который соберет фулл хаус историй. Давайте встретим его аплодисментами. Пожалуйста, заходите. Солдаты, стоять! О, это Сан Саныч! Сан Саныч, здравствуйте! Силиконовый сержант. Смотрящий сись, сравниватель сись. Смогу сравнить? Так, нет, стоп, не нужно, не нужно. Силиконовый сержант Сан Саныч. Пожалуйста, лезьте. Силикон. Силикон. Так, а чем вы занимаетесь, силиконовый сержант? Служу сисям. Вот так, понятно. Я так понимаю, вы врач уже с опытом, раз вы... Санитар! Санитар, я понял. Санитар! Санитар. Вы тот самый человек, который делал операции всем, да? Здесь сам! Присутствую. Сам делали операцию. Извиняюсь. Изымите имплант. Так, сиди. Смогу сейчас. Скальпель, солдаты! Жжет. Сержант. Мама! Слушаю. Смотрите. Смотрю. По-моему, нам всем нужно успокоиться. Спокоен. Сержант, можно вас попросить никого не выпускать и не впускать? Security, сержант, да. Security. Охраняйте, спасибо большое. Леся, Маш. Могли бы сейчас обратиться ко всем девушкам, которые смотрят и комплексуют? Пожалуйста. Обращайтесь ко всем девушкам. Милые мои. У нас возраст где-то от 30. Малышки. Да. Мечтайте. Да, мечтайте. Жаклин. Любите. Любите. Давайте каждая. Жаклин, обращайся к женщинам. Жрите. Иваныч, к мужикам, давай. Интима. Сержант. Стоп, снайпер. Спасу силикон. Стоп. О май гад, це був до чого ми дійшли, але я погоджуюсь. Любіть, мрійте, жиріть, робіть все завгодно, усміхайтеся разом з нами наступного тижня. До зустрічі!